Банное состояние сознания – это нечто невероятное. Друзья, чего наше подсознание боится больше всего на свете? Правильно, окончание игры. Когда может наступить окончание игры? Когда она осознанной происходит схлопывание. Мы это все объясняли на наших курсах. И вот смотрите, последняя неделя, предпоследняя, была очень насыщенной. Мы развернули жадность, гордыню, гордость, зависть, вину, обиду. Мы развернули полностью составляющие лени. Мы не тронули лесть, и мы не тронули положительный аспект «не я». Каким образом можно сохранить игру, когда ты осознаешь «не я» полностью? Только расширив ее. На самом деле, это разборки с третьей платформы. Это разборки с управлением, властью и эшафотом. Тема глубочайшая. Поэтому данная программа не будет в дальнейшем в доступе на скачивание. Только для тех, кто пройдет ее вместе с нами. А пройдет она в пятницу, 28 числа. С 19 до 22 часов мы полностью разберем положительное не я и как расширить игру изнутри. Это все о психических способностях человека к созданию. Курс глубинный, недорогой, однодневный. Возможно, тем, кто придет на него, не пройдя перечисленные курсы и подавленную злость, придется их потом докупить. Это ваша возможность двинуться дальше в познании своей психики. Если вам интересно, 28 октября в 19 часов стартует данная программа «Положительное не я. Расширение игры изнутри». До встречи!